Олег Петрович, давайте спокойно что-то попробуем случилось. Переговорить, ребята. Уже спокойно решить. Ну, это все кто? Нормально будет, все нормально. Давайте, вы не директор. Переживайте, я подъеду сейчас к вам. Что случилось? Ты мне ничего не сказал, просто сказал, поезжай с камерой. Давай, давай, ты говори, давай, ну расскажи. Что говорить, директор я ударил. Раздули драку, понимаешь, там, драка? Там скандал. Прям драка. Выгонять, забирайте своего сына. Давай, расскажи. Ну что рассказывать? Да, его батя разговаривал с директором по телефону, потому что его сын ударил директора. Вот ударил. Вот, короче, смотрите видео, послушайте, ставьте лайки и досмотрите до конца. Мой дорогой друг, знаешь, что сделай? Просто подпишись на наш телеграм сейчас. Зайди, подпишись, прям вот по ссылке. Заходишь сюда, Сержиграм официальный, и подписываешься. Прямо сейчас. Потому что могут заблокировать YouTube, мало ли что, замедлит и... Фиг его знает, что произойдет. Поэтому давай, дорогой мой друг, вот, мы сюда выкладываем также посты разные, голосования, опросы, все прочее, здесь вся информация, здесь больше информации разной, фотки всякие. Давай, заходи сюда. Давай, друг мой, заходи, подписывайся. Нам нужен каждый из вас. Каждый просмотр, каждый подписчик, все здесь важно. Давай, все в Телеграме. Спасибо за просмотр. Дуй в описание, ссылочку кликай сюда и подписывайся. Давай, жду тебя. Успей, пока мало ли что. Давай, заходи в Телеграм. Гоу. Что случилось? Да, да. Звонит Олег, мне отец. Да, Олег Петрович, давайте спокойно. Что-то случилось. Переговорить, ребят. Спокойно решить. Ну бывает все. Случайность. Все нормально. Что решим произошло? Давайте с вами все. Все. Ну, а как? Ну не получится по-другому. Ну я не могу же его гонять из шараги в шарагу-то. Постоянно. Ну, глупый. Но случается в жизни. Ну, как он говорит, это случайность. Давайте, Олег Петрович, вы немножечко успокоитесь, и мы с вами все решим, как взрослые люди. Вот, давайте решим. И хотите, я подъеду к вам. Мы переговорим сейчас. С сыном подъедем к вам. Олег Петрович, все нормально будет. Все нормально. Давайте, вы не переживайте. Я подъеду сейчас к вам. Мы переговорим, все нормально. Мы уладим сейчас все дела. Вот. Олег Петрович. Все, извиниться. Я вам обещаю, что он извинится. Все нормально будет. Учиться будет хорошо, там все дела. Все, Олег Петрович, спасибо. Спасибо, скоро буду я. Что случилось? Ты мне ничего не сказал, просто сказал, приезжай с камерой. Ну что, в кои-то веки, может, ты хоть пригодишься, хоть один раз что-нибудь толковое от тебя. Что случилось? Он не говорит. Что ну произошло? Давай, ты говори. Давай, ну расскажи. Что говорить? Директор я ударил. В смысле? В прямом. Ты ударил директора. У нас опять, у нас то шаурма, у нас у директора на пузе, понимаешь, прежнего выгнали из шараги, теперь в другую шарагу пристроили. Это вот новое учебное заведение, да? Да, новый да, директор. Да. Теперь у нас драка с директором. Ты сейчас с ним разговаривал. Какая да. Драка? Раздули драку, понимаешь, там, драка? Там скандал. Прям драка. Выгонять, забирайте своего сына. Драка, это серьезно, что ли? Это все. Давай, расскажи. Ну что рассказывать? Все то же самое, что и я тебе говорил. Что, я стоял с друзьями, разговаривал, руками размахивал, ну... В смысле, ты стоял? А эта туша сзади проходит, ну я задел его случайно. Туша? Ну а по-другому его сейчас как ты задел? Не погоди, слушай. Там идет... туша шаурма, тут туша без шаурмы, не, да? Не, подожди, а как можно стоять руками? Как ты? Просто... Я разговаривал и задел его. Он шел сзади, я задел его рукой. Что, сильно что? А куда? В тело? По лицу я. По лицу я. Ты задел его? По лицу директора? Вот, а тут... Ты это его... вот весовая категория-то. Ну я стоял, я специально задел его. Ну ты по лицу получается, ну короче так, ты стоял и по лицу получается ударил. Да, я задел его, отвернулся. Он сразу начал на меня ругаться, он ничего не сказал, там ни типа не извинись, ничего. Он сразу начал меня оскорблять, назвал криворуким. Реально? Он тебя оскорблял? Да, директор. Он начал сразу меня оскорблять просто за то, что я случайно задел его. А ну, что? Ну извинился. С одной стороны, ну с одной стороны, дело, мужик что? Вроде не прав, но с другой стороны, как взрослый мужик мог решить проблему, как бы и ну порешать на месте. Ну вызови в кабинет, выпари его там, заставь там извиниться, если уж тебе так кажется, что тебя там это самое зацепили, ну раздувать скандал. Скандал на всю шарагу, что его чуть ли не... А прям реально там скандал? Да, что там скандал? Забирайте своего сына, не приходите больше, понимаете? Не, вот, так. Вот так, и все, понимаете? Ужас какой-то. Давай, короче, это, ну, давай. Ну, походу, сильно ударил он, или что? Зачем? Он говорит, он его оскорблять начал. Давай мутить, короче, вот это вот. Давай, вот извинимся на камеру. За что мне извиняться? Да,
Никогда такой не выкладывал в публичный телеграм, и я решил выложить, да? Отец назвал Майнкрафт Г... Ну, вы видите, что здесь написано, я решил это выложить в публичный телеграм. Да, как исключение, да. Вы можете зайти сейчас по ссылке в публичный телеграм, посмотреть, что отец думает про Майнкрафт. Я такого еще не выкладывал. Давай, ссылка в описании. Наш телеграм называется «Бесплатный телеграм». Заходите сюда и смотрите. Ребята, правда, это как исключение. Надеюсь, вы поставите реакцию на пост и, как бы, ну, оцените, что я такой вообще выложил. Перейти в Телеграм очень легко. Вот она, прям ссылочка под видео, называется «Скорее в Телеграм». Просто кликайте на нее и все, вы уже в Телеграме, подписывайтесь туда и все. Давай, ты извинишься на камеру. Он меня полностью облил там в коридоре оскорблениями, а я сейчас должен извиняться. Мы не будем на весь мир показывать, мы им сейчас запишем. Он пришлет, короче, покажем ему, он пускай успокоится. Не, но подожди, ты, а если он YouTube сейчас наш смотрит, он увидит, что ты все это говоришь. Хорошо, мы сейчас он извинится, ты выложишь что извинения. Мы покажем, ну да забудет. А что, друзья поймут его? Ну а что, куда? Нет, ну, естественно, а... сейчас все за меня. Хорошо, из одной шараги некому выгнали, в другую шарагу приели, пристроили. Год отучился. Ну а что сейчас ты хочешь? Что ты хочешь сейчас? Ты только вот, только опять. Только скандал, ладно, хорошо, все, с этим голосованием, что-то там компьютер покупать там, да? Да, по поводу компьютера мы делаем, собираем голосование. Ну, а что сейчас, компьютер ты хочешь, а что ты, как ты хочешь, сейчас тебя выгонят, тебе, я нафига тебе компьютер буду это покупать? Ты как хочешь это все? Ну как ты это хочешь, сейчас ты куда пойдешь, дворники пойдешь работать? Не, ну все равно. Сам пойдешь ну, на компьютер. Ну как можно было стоять и ударить случайно? Ну оно может как даже руками, не случилось. А как, я что теперь? Получается теперь я виноват за то, что случайно ударил. А подожди, а когда это... А как студенту оскорблять, это нормально. Как получается. Он тебя оскорблял? Просто криворуким, что ты сказал? Криворуким он меня назвал, что я встаю не в том месте, не буду произносить. А у матерился? Короче, давай, это когда было, сейчас? Да, это сегодня было. Давай, давай, короче, это. Давай, давай вот этот ролик запишем. Ну, это будем считать, что официальные извинения, там, в сети интернет, там, вот это все. Успокоится, все нормально будет. Все, нормально, ты начни учиться, все, он забудет через какое-то время. У вас там каких-то, у него там тысячи человек вот этих разгильдяй. Все, он забудет через какое-то время. Давай вот это сделаем, и все. Все, как бы, понимаешь, там... Какой-то канал известный там, вот это все, понимаешь, вроде как. Ты извинишься просто, может? Давай, все, просто а? Ты извинишься. Я не хочу извиняться за то, чего я не делал. Ну ты же по факту его ударил, реально, ты же... Я его... ударил его, я хотел извиниться. Да. Мне теперь надо извиняться все. Просто за то, что я вот, его ударил, вот. И меня еще и оскорбил. Давай, типа, хотел, давай, типа, хотел извиниться, я к нему сам схожу, покажу вот так вот, мы с ним договоримся. Он такой махнет рукой, и все на этом, все забудется, все, давай. Давай, давай, два слова буквально. Все, Олег Петрович, я прошу прощения, Олег Петрович. Виноват больше. Ну нет. Давай. Что-нибудь такое, нормально. Ну все-таки хотя бы за удар по лицу, можно давай, же извиниться вот, перед да, человеком. Да, ну он же там человек, у него какое-то самосознание свое есть. Олег Петрович. Ну там директор, он же не просто так директор. Ты ему прям YouTube покажи этот видос. Я тебе говорю, он запишет сейчас извинения, выложит, я покажу ему, все. Потом решим уже что с этим делать. Ну только давай. Олег Петрович. Давай, да? Олег Петрович, там вот это все. Давай, реально, ну что ты? А вы, кстати, здесь, ребят, напишите комментарии, да, каждый, кто смотрит. Вы что думаете вообще? Вот он ударил директора, но случайно. Он хотел извиниться, но директор начал его оскорблять. Так кто прав-то вообще? Как надо поступить-то? Вот реально, кстати. Да, он ударил, да, нехорошо. Но он случайно, он, ну, вроде, ну, как он говорит, он не планировал, но директор его зачем-то начал планированно оскорблять. И теперь вот это все вот так, ну, непонятно, кто прав. Ну, напишите, интересно будет почитать. Удар-то был по лицу же, правильно? Можно за это извиниться технически. Олег Петрович, я извиняюсь за то, что я вас ударил, но на самом деле не пойти бы вам на... Да ты... Да ты чё, прикалываешь, что? Ты чё, опять хочешь? Как гуляли при друзьях? Ты, алё, скажи просто, чтобы я извинился, было нельзя. Хары. Надо было именно меня оскорбить при всех, прилюдно. Я тебе сказал нормально извиниться. Все, это, давай, давай вот извинения вырежи, давай извинения вырежи, я сейчас ему это, как его... А он извинился на видео, я не помню. Вот, и вот сейчас вот, да, извинился, начало вырежи, давай я ему сейчас башку пойду. Не знаю, оставьте как есть. Ну как я могу оставить как есть? Дурак, не понимает, что я тебя выгонят к чертовой матери опять. Тебе не то, что компьютера, ничего тебе не будет. Пойдешь сам себе зарабатывать. Тебя выгонят, реально, тебя исключат сейчас просто. Сколько можно уже? Что такое? Короче... Давай, или извиняйся нормально, или я не знаю. Давай, второй, давай, извини, сейчас скажи. Я не буду извиняться.
Ну, видишь. Короче, вырежи давай, вот как начало, где Али Петрович, извините, вот это вот вырежи, вот так вот выложи. Вот, все, давай, вот так порежь. Хорошо. Все. Олег Петрович, я извиняюсь за то, что я вас ударил. Я тебя отправлю конкретно. Я тогда вырежу. Покажу, а ты стой и молчи. Я вырежу, зачем, тебя отправлю. Не хочу я его видеть, сам сходишь, только что ты говорил. Вот и все. Я тебе зачем. Будешь ходить тише воды, ниже травы. Вот так. И тихо учиться. Если хочешь и компьютер иметь, и свои Майнкрафты, и вот это все ваше. 33 удовольствия. Играть, если хотите. Дальше продолжать по-тихому. Во вне учебное время. Хотя бы. Сейчас. Все, ладно, давай я... вот так вот вырежи. Я вырежу. Тебе отправлю вот этот кусок. Да. Мог извиниться сейчас нормально, и все. Ну не стану. Ударил, ударил директор. Все, я не знаю, что тут сказать. Ничего, сейчас мы разберемся. Мы сейчас разберемся, сейчас вот это вот здесь. Вот. А ждем видео, как. Ну я выложу, хорошо. Вот это вот и потом. Надеюсь, его не исключают. Я пойду. Ну я очень на это надеюсь, потому что иначе следующий ролик будет снимать где-нибудь на стройке или во дворе он мусор будет убирать. Майнкрафт там будет строить из мусора. Ну у вас, конечно, приключения каждый раз. Ладно, давай уж это, не избей его в следующий раз ногами, пожалуйста. Олега Петровича. Ну что, друзья, 60% ответило, что не надо покупать компьютер ему. 60%. Поэтому компьютер ему никто не купит. Вы сами решили судьбу его сына с компьютером. Вот. Сержу Грамм официальный, кто еще не здесь, идите сюда. Идите сюда, потому что здесь будут опросы, голосования, и вы можете влиять вообще на то, что происходит реально на видео. Я могу что-то спрашивать, я буду у вас здесь что-то спрашивать. И вы будете отвечать, и я, возможно, буду так и поступать. Все же грамми, голосованиями, опросами, постами. Тут вообще было люто, да, потом, да, здесь, да. Поэтому идите сюда быстрее, здесь будут опросы. Если еще не подписался, подпишись сюда. Все же грамми, официальная ссылка в описании. Вот я сижу, кстати. Да, это мои ноги. Я в шортах, если что, не думайте, это шорты. Вот, я здесь сижу, поэтому... Вот канал, спасибо, что смотрите. Давайте, идите сюда быстрее, все же грамм. Я здесь буду показывать все. Отдельные ролики тоже буду здесь показывать, посты. Давайте, спасибо вам. Ссылка в описании, Сержу Грамм официальный. Подписывайся скорее. Гоу сюда, гоу.